Ялта находится на одной географической широте с итальянскими городами Геной и Равенной. Кстати, именно туда ездила отдыхать русская знать до того, как не открыла уникальные природные условия южного берега Крыма. Их целебность заключается в редком сочетании теплого незамерзающего моря, горной гряды, защищающей от ветра, и неповторимого южнобережного воздуха, настоянного на аромате хвойных деревьев и горных трав. В эфире телеканал «Усадьба», программа «Крымские дачи» и я, ее ведущая, Юлия Рябинина. Сегодня мы совершим экскурсию по виллам, пансионатам и санаториям Ялты, где люди спасались от хворей и продлевали себе жизнь. Целебный климат Ялты и южного берега Крыма был открыт благодаря великому русскому доктору Сергею Боткину и Крымской войне. Впервые Боткин приехал к нам добровольцем, так скажем, еще во время Крымской войны. 1854-56 годов он вызвался помогать доктору Пирогову. Война, известно, была, конечно, очень тяжелая. Раненых было много. И вот именно раненых привозили сюда, на южный берег, подальше от театра военных действий. И тогда вот доктор обратил внимание, что раненые быстрее выздоравливают, что климат вот оказывает такое благотворное на них влияние. Спустя 14 лет после Крымской войны Сергей Боткин становится лейб-медиком императорского двора и первым делом рекомендует своим пациенткам, жене и матери Александра II, отправиться на лечение в Крым. Южный берег доктор Боткин называл лечебной станцией для слабогрудых, то есть легочников. Обе женщины, Александра Федоровна и Мария Александровна, страдали туберкулезом. Таким образом, 70-е годы 19 века можно считать началом развития Ялты как климатического курорта для легочных больных. Главное целебное свойство Ялты – это воздух. Воздух настоянный на аромате вот кипарисов, хвойных деревьев. А каким образом этот воздух лечит тот же туберкулез или тяжелые легочные заболевания? Во-первых, Ялта, она, конечно, находится на берегу моря. И действительно, вода у берегов наших, она близка по своему составу, как говорят, к составу человеческой крови. Вот, и морские купания уже не в советское время стали больше популярными, так скажем, что до революции приезжающие сюда, они просто сидели на берегу моря в красивых плетеных корзиночках и дышали воздухом. Воздух от моря, морской воздух, то есть целебные какие-то вещества, они поднимались вверх, вот проходили к горам. И Ялта, если обратить на старый наш город внимание, то он двухэтажный, трехэтажный. Существовали очень строгие правила застройки для того, чтобы воздух мог двигаться. Вот он поднялся отсюда, люди надышали, так скажем, вот, в горы. Наши горы покрыты лесами крымской сосны. И она действительно обладает целебными свойствами, фитонциды выделяет, которые очищают воздух. Но даже, может быть, не столько сосна, сколько можжевельники. Вот считается, это еще как бы идет от доктора Боткина, что под можжевельниками стерильный воздух. И, ну, это, наверное, из разряда уже легенд, что там делали операции и перевязки. И действительно, так скажем, никто не заражался больше. Поэтому вот все это сочетание морского воздуха, горного, и способствовало тому, что легкие очищались. Чтобы получить максимум пользы от ялтинского климата, доктор Боткин разрабатывает маршруты лечебных прогулок, а для своих монарших пациентов – дворцовые курорты. Дворцы в советское время, в большинстве своем ставшие доступными для всех санаториями, рекомендуют строить в 300-500 метрах от моря с обязательным хвойным парком вокруг. В своем письме брату из Крыма Боткин с грустью пишет: «Живописность Крыма, прелестный ее климат, стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он имеет большую будущность, лишь бы появились необходимые удобства». Дело Сергея Боткина продолжил его ученик Владимир Николаевич Дмитриев. Благодаря его усилиям Ялта превратилась в один из лучших климатических курортов Российской империи. Владимир Дмитриев разработал методы лечения и на личном примере доказал их эффективность.
Именно он приехал сюда к нам в конце 60-х годов. Кстати, тоже больной. Он, как доктор, понимал, наверное, что ему оставалось жить в Москве, в Петербурге, где он работал немного. А приехав в Ялту, он у нас прожил 37 лет. И умер совсем от другой болезни. Поэтому вот ему мы обязаны открытием и созданием в Ялте именно климатического курорта. Одним из методов лечения, который разработал доктор Владимир Николаевич Дмитриев здесь, в Ялте, было лечение виноградом. Поэтому самый массовый, такой многочисленный сезон назывался виноградный, с 15 августа по 15 октября. И сюда приезжало очень много людей. Лечение виноградом было известно еще древним грекам. Они, собственно, и привезли к нам виноградную лозу сюда. Но именно белые сорта винограда использовали для лечения. Сначала ягоды нужно было есть, но потом сам же доктор Дмитриев написал и, в общем-то, согласился, что свежевыжатый сок – это тоже вполне полезно. Ну а чем как бы помогал виноград-то? Это, конечно, не химические препараты, но собственное лечение в 19-м, в начале 20 века сводилось к тому, чтобы укреплять организм. Собственно говоря, современным языком говорили повышать иммунитет, потому что виноградный сок или виноградные ягоды, они как раз вот способствовали очищению крови для легочных больных. Они смягчали кашель, который, естественно, их беспокоил. Раньше в каждой ялтинской аптеке можно было купить кефир. Но вот исследователи творчества Дмитриева пишут, что он не совсем законным путем этот грибок кефирный с Кавказа сюда привез. Но вне сезона, то есть зимой, потому что легочные больные жили здесь круглый год, можно было лечиться и кефиром, и кумысом. Все это было здесь у нас. Впрочем, виноградом и кефиром творчество доктора Дмитриева не ограничивалось. Во дворе своего дома, который сохранился и по сей день, увы, в весьма плачевном состоянии, Владимир Дмитриев создал первую опытную метеостанцию, положив таким образом начало изучению климата в Ялте и окрестностях. И это лишь малая толика того, что сделал для курортного города доктор Дмитриев. Тем более, что доктор Дмитриев, как и многие ялтинские врачи, он был гласным или депутатом нашей Думы. И очень многие хорошие решения они сумели проводить в жизнь. Вот гуляя по нашему городу, все, конечно, гуляют по Пушкинскому бульвару. А он своим появлением тенистым, красивым, обязан тоже доктору Дмитриеву. Санитарное состояние города было на высоте и, наверное, по праву в 1892 году Владимир Николаевич Дмитриев поехал в Санкт-Петербург на международную санитарно-гигиеническую выставку и получил золотую медаль за образцовое санитарное состояние нашего города. И он, как врач, конечно, за этим наблюдал. Хотя у нас были отдельные санитарные врачи, которые именно этим вопросом и занимались. Кстати сказать, тот человек, который занимался уборкой, поливкой улиц, а больше 100 лет тому назад у нас в Ялте были шоссированные улицы и набережная тоже, то есть утрамбованная мелкой галькой. И чтобы не поднималась пыль от многочисленных экипажей, ее нужно было поливать и чистить. И вот человек работающий, он получал годовое жалование практически так же, как и городской голова, около 2000 рублей. То есть пример того, как ценил раньше работа. И если не хватало воды, то вот как раз в доме Дмитриева сохранился, хоть и полуразрушенный, все-таки бассейн, где собиралась дождевая вода и потом использовалась для полива либо сада, либо клумбы. Конечно, цветники возле всех домов были. Собственно, климат наш позволяет, и поэтому во всех домах розы были, там какие-то экзотические растения. Я думаю, что не исключение, конечно, был доктор Дмитриев, потому что это был своеобразный отдых. Вот в воспоминаниях его сына, тоже доктора, он писал, что вот отец очень рано вставал, шел работать в сад, либо в теплице были у Дмитриева. У них даже был участок, ну, как бы сказали, дачный. Это по дороге к водопаду Учансу, местности Сары называется. То есть вот работа в саду, она тоже давала своеобразный такой отдых. Thank you.
В начале 20 века Ялта стала настоящей курортной меккой России. Вы только сравните. В 70-х годах 19 века в Ялте лечилось 5-6 десятков человек. И обслуживал их всего лишь один практикующий доктор. А по статистике 1912 года число курортников достигло более 35 тысяч человек. На это время приходится покупательно-строительный бум в Ялте. Городскую землю скупали аристократы, промышленники, купцы и другие состоятельные люди. Строили особняки, усадьбы и дачи. Спрос рождал предложение. В Ялту переезжали именитые столичные доктора и открывали здесь частные пансионы. Там они вели прием пациентов, сдавали им в наем комнаты и квартиры, часть дома занимали сами. Чтобы удовлетворить запросы состоятельной публики, доктора не скупились на строительстве и оформлении пансионов, которые до сих пор украшают центральные улицы Ялты. На улице Чехова стоит бывший пансион доктора Грановского, выполненный в стиле модерн. Здание венчает именной вендель врача. А по соседству с ним на улице Морской возвышается очень оригинальный дом с необычной майоликой и декоративными элементами. До революции это здание принадлежало известному в Ялте доктору Ширяеву. Здешние квартиры сдавались в аренду гостям курорта. Следы былой роскоши сохранились не только снаружи, но и изнутри дома. Даже на фоне облупившейся штукатурки достойно смотрятся старинная балюстрада и плиточные узоры на полу. Рядом с доходным домом доктор построил личные апартаменты. Причем проект заказал самому дорогому ялтинскому архитектору Николаю Краснову. Ну, вы знаете, сам Краснов, когда писал, составлял список своих работ и подавал документы на звание академика архитектуры в 1913 году, то он обозначил этот стиль как бы в классическом стиле, в греческом построен был дом. И как раз вот элементы этого стиля мы с вами прекрасно видим у входа. В начале 20 века доктор Ширяев был очень знаменит в Ялте и за ее пределами. У него лечились многие известные люди, например, Максим Горький. Вот у доктора Ширяева, известно, останавливался Самуил Яковлевич Малшак, тогда еще совсем молодой гимназист. Он был из бедной семьи, денег у него особо не было на лечение, но известно, что Горький и Стасов собрали ему деньги, и он приехал, лечился у доктора Ширяева, даже учился в нашей мужской гимназии. Но все же по части роскоши и размаха всех переплюнул доктор Васильев. Его пансион со львами, колоннами и тенистым парком больше напоминает дворец, а не медицинское учреждение. Сегодня это детский центр юношеского творчества. Давно уже в этом особняке он располагается. В советское время здесь был дом пионеров. После Великой Отечественной войны наша городская власть здесь располагалась, библиотека здесь была. Ну а с самого начала где-то, мы точно не можем сказать дату постройки этого дома, примерно с 1898 по 1905 год. Вот так ориентировочно. Этот дом построил архитектор Николай Григорьевич Тарасов для доктора по легочным болезням Спиридона Николаевича Васильева. Он приехал сюда в Ялту, купил, как вы видите, довольно хороший такой участок земли на ровном месте, совсем рядом набережное, море, и построил вот этот красивый дом. Как и многие ялтинские врачи, доктор Васильев практиковал и, как и многие, тоже жил в этом доме, имел врачебные кабинеты и даже был пансион, то есть приезжающие к нему на лечение здесь же и останавливались. Пациентов доктор Васильев принимал в этом особняке, где сегодня обитает детский дом творчества.
Даже многочисленные переделки не смогли затмить богато украшенный интерьер. Вы только представьте, сначала пациенты попадали в круглый вестибюль, украшенный колоннами и беломраморным камином. Затем поднимались по широкой лестнице с роскошной балюстрадой и оказывались в гостиной, тоже круглой и тоже нарядной. Я даже немного позавидовала пациентам доктора Васильева. В такой красоте и болеть не страшно. В нарядный особняк Спиридона Васильева заглядывали не только больные и выздоравливающие, но и люди искусства. Известная актриса Шиллинг, это ее девичья фамилия, Вера Шиллинг, здесь уже в Ялте, она была Вера Судейкина, вторая жена известного художника. Они жили недалеко от Ялты, в Мисхоре снимали дачу. Вот она в своем дневнике пишет, что что-то ей не здоровилось, и она обратилась как раз к доктору Васильеву, известному доктору. Они были знакомы, так скажем, еще по столице. И пришла к нему на прием, но оказалось, что здесь, в этом доме, в общем-то, была большая группа людей с кинокамерами, с установками. И выяснилось, что здесь снимали фильм. К сожалению, она не пишет в своем дневнике, какой фильм здесь именно снимали. Но в Ялте действительно в это время было много кинопромышленников. Очень известный Ермольев, у него своя киностудия в Ялте была. Ханжонков, основатель, в общем-то, русского кино. И она указывает фамилию известного режиссера Волкова. То есть здесь снимали какой-то интересный фильм. О семье самого доктора, ну, мы знаем тоже немного. Они со своей женой удочерили двух девочек, дали им свое отчество, фамилии, и даже имущество переписали в 20-е годы. Ну, наверное, недолго они были владельцами этого дома, потому что пришла советская власть, муниципализация, и жилье, поскольку оно было в хорошем состоянии, поскольку здесь 1915 года еще доктор Васильев основал лазарет для раненых и сам их лечил, за ними присматривал, так скажем, и койки все здесь было, то вполне возможно, что этот дом сразу, конечно, стали использовать. Среди старожил ялтинских долгое время гуляла такая легенда, что очень трудно переживал Васильев то, что дом у него отобрали, вот такую большую красивую практику отобрали. Якобы он, набрав полные карманы камней, бросился в море с причала и утонул. Но, к счастью, это только лишь легенда, потому что доктор Васильев эмигрировал, он жил в Париже, во Франции до 1934 года, и надеемся, что многим людям он помог в свое время. К началу 20 века Ялта стала раем для состоятельных людей. К их услугам открылись 14 комфортабельных гостиниц, свыше 70 меблированных особняков и около двух десятков пансионов и дач. Большая их часть расположилась в так называемой Новой Ялте, на месте современной набережной и прилегающих к ней улиц. Совсем другой мир представляли люди с ограниченными средствами или вовсе без них. Антон Павлович Чехов, который из-за обострившегося туберкулеза последние 5 лет жизни вынужден был провести в Ялте, писал своему другу Суворину. Как много здесь чахоточных, какая беднота и как беспокойно с ними. А тяжелых больных не принимают ни в гостиницы, ни на квартиры. Можете представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Люди мрут от истощения, от обстановки, от полного заброса. И это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу, и к морю. Чтобы облегчить участь несчастных, Антон Павлович Чехов вместе с известными в Ялте людьми Григорием Ярцевым и Сергеем Елпатевским создали, говоря современным языком, благотворительный фонд.
они вместе с Антоном Павловичем подают такую, как бы, в газете объявление или воззвание, лучше сказать, для того, чтобы собрать деньги, купить землю и в Ялте открыть пансион для самых бедных, для малоимущих, как он назывался. И таким образом у нас в Ялте, правда, это на окраине уже города было, понятное дело, что землю купить на берегу моря было нельзя, но в принципе и врачи не рекомендовали легочным больным жить на берегу моря, здесь достаточно влажно, конечно, было. И появился у нас пансион Яузлар. Сегодня это часть санатория, который носит имя Антона Павловича Чехова. Действительно, хоть он и был маленький, всего лишь на 40 мест, но, тем не менее, самые бедные могли лечиться там бесплатно. Два раза в день кто-то из ялтинских врачей приходил туда. Зачастую приходил туда доктор Алексин, вот хороший знакомый Горького и Горького он лечил и многих других здесь у нас в Ялте. Ну а ко всему прочему, еще называли его поющий доктор, потому что вот в городском театре в межсезонье, когда разъезжались все знаменитости, бывавшие у нас в Ялте, он принимал участие в спектаклях, пел в операх, поэтому такой вот интересный был доктор у нас. И они приходили два раза в неделю туда, осматривали больных. Но те, кто, в общем, так скажем, был еще здоровым, мог работать, для них подыскивали какую-то еще работу. Были у нас и убежища, так называемые, для больных и неимущих при храмах. Но, к сожалению, они были очень маленькие. Там, ну, 40-50, а то и меньше человек. Поэтому получается, конечно, что основной массе, в общем-то, было очень сложно у нас в Ялте вылечиться. В 1901 году в Ялте открылся первый в России противотуберкулезный санаторий для неимущих больных. Своим появлением он обязан неутомимой энергии княгини Марии Владимировны Борятинской, тоже жительницы Ялты. Она организовала всероссийский сбор средств. Первый взнос в размере 50 тысяч рублей, суммы очень немаленькой, внесла семья императора Николая II, а всего было собрано 100 тысяч рублей. Здание, построенное на средства неравнодушных людей, стоит и по сей день. Сегодня здесь находится научно-исследовательский институт имени Сеченова, где по-прежнему лечат легочные заболевания. Отдельная глава в истории курортной Ялты – заезжие знаменитости. Кто-то приезжал просто отдохнуть и заработать денег концертами, как Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. Кто-то гостил у друзей и родни. Например, в доме Антона Павловича Чехова останавливались Александр Куприн, Владимир Гилеровский, Иван Бунин, Вера Комиссаржевская. А во время гастроли по Крыму Московского художественного театра к писателю нагрянула целая труппа во главе со Станиславским и Немировичем Данченко. Максима Горького, как и многих коллег по цеху, в Ялту привела все та же хворь – туберкулез. Писатель сюда часто приезжал и жил подолгу. Ну, кроме Горького, Маршака, можно назвать еще фамилию композитора Калинникова. Он остался в истории музыки двумя своими симфониями, которые написал здесь у нас в Ялте. И наш симфонический оркестр – это достижение нашего города. Он был создан еще в 1909 году. И свои концерты он начинал исполнением именно первой симфонии Калинникова, написанной здесь. Здесь, в Ялте. Творческая интеллигенция по своим доходам принадлежала, как бы сегодня сказали, к среднему классу. Дорогие гостиницы были ей не по карману, поэтому она снимала квартиры у частных домовладельцев. Например, у купчихи Лещинской, около дома которой я веду беседу с Ириной Науменко.
Вот купчиха Лещинская, так же, как и многие ялтинские домовладельцы, дачевладельцы, сдавала комнаты и квартиры в наем. Они стоили гораздо дешевле. Если так, для более такого примера сказать, что гостиница, допустим, «Россия», гостиница «Марина», эти здания сохранились до сегодняшнего дня на Ялтинской набережной, там в сезон за месяц нужно было заплатить 150 рублей. Ну, по меркам конца 19 века, это большая сумма. А вот в таких домах, как у Лещинской, можно было за 40 рублей снять квартиру. В три раза дешевле. Практически, да. Поэтому, конечно, многие приезжали и снимали комнаты и квартиры уже, так скажем, не в гостиницах. Наверное, никто бы не знал о купчихе Лещинской, если бы в ее доме не останавливалась известная украинская поэтесса и писательница Леся Украинка. Природа наделила ее выдающимся поэтическим талантом и, увы, слабым здоровьем. Еще девочкой она заболела туберкулезом, причем самой страшной его формой – костной. Болезнь сначала поразила левую ногу, потом левую руку. Операция только ухудшила положение. Рука так и осталась на всю жизнь искалеченной. Целых 30 лет эта хрупкая, мужественная женщина боролась с болезнью. В перерывах между приступами мучительной боли писала стихи, поэмы, пьесы, делала переводы. Иван Франко восхищался поэтессой. Он писал: «Читая мягкие, расслабленные или холодно-резонерские сочинения украинцев-мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными, смелыми и вместе с тем такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что это больная, слабая девушка едва ли не единственный мужчина во всей Украине». И все же Леся Украинка была женщиной. А я знаю, что Леся Украинка встретила в Ялте во время лечения свою любовь, одну из больших любовей, если так можно сказать, Минжинского, который тоже был болен туберкулезом. Ну, такая история, конечно, известна, да. И причем, действительно, это была, наверное, большая любовь, самопожертвование, потому что она понимала, что она сама больна туберкулезом. У него, причем, была открытая форма туберкулеза легких, и это было очень опасно. Но она не о себе не думала, наверное, думала о человеке, в которого она была влюблена, и сидела в его постели до конца. Известно это, конечно, из переписки, что Сергей Минжинский, наверное, не настолько любил Лесю Украинку, потому что он просил ее писать письма другой женщине. И вот представьте, насколько велико было ее чувство, что она, в общем-то, сделала это. Она под его диктовку писала письма совсем другой женщине. И последствия, конечно, были очень тяжелые, потому что Леся Украинка заболела, так скажем, еще серьезнее, вот сказалась ее болезнь, но она все-таки вот до конца была с любимым человеком. У нее очень мало лирических стихотворений, но те, которые есть, они как раз посвящены Сергею Минжинскому. «Уста твердят, ушел он без возврата, нет, не покинул, верит сердце свято. Ты слышишь, как струна звенит и плачет, она звенит, дрожит слезой горячей». Леся Украинка прожила еще 12 лет после смерти любимого. И кто знает, может быть, несколько лет этой недолгой, но яркой жизни подарила великой поэтессе Ялта ее целебный воздух, настоянный на морской воде и аромате крымской сосны. Вот уже более 100 лет Ялта держит марку курорта номер один. И неудивительно, потому что трудно найти на Земле место, где встретились сразу бы несколько гениев. Гений природы, гений доктора Боткина, открывшего целебности этих мест, и гений художников, писателей, поэтов, которым Ялта подарила несколько лет жизни, чтобы создать шедевры, коими мы восхищаемся и по сей день.